люди могут задать вопрос, например, зачем тогда человеку вообще поклоняться? Если ему предопределено его участь, предопределено, что он будет верующим и неверующим, предопределено, как он умрет, зачем поклоняться в этом мире, зачем совершать айбаду и вообще зачем что-то делать, если точно предопределено, кем я буду в ахирате? Это, естественно, один из васвасов шайтана. Ибн Хаджар аль-Хайтами, толкователь этого хадиса, действительно говорит удивительные слова. Он говорит, что если человек предопределено умереть неверующим, кафиром, то даже в этом ситуации для него есть польза в совершении благих деяний. Какая польза? В ахирате человек, даже кафир, он будет судиться за две вещи. Первое – это куфр, его неверие в Аллах Субхану Тааля и неверие в посланника Мухаммада, алейхиссаляту вассалям. Второе, за что он будет наказан, каждый грех, который он здесь совершал в этой земле. За это он тоже будет наказан. И он будет наказан за то, что не делал те повеления, которые были в исламе. Он будет наказан за то, что употреблял спиртное, если потреблял. Он будет наказан за то, что он употреблял мертвечину или свинину, или другую запретную еду. За все это он тоже будет держать отчет. Поэтому, если он не будет совершать эти грехи в этой жизни и будет стараться быть в них праведных, умирает он неверующим, то наказание ему будет меньше. В этом есть польза даже для неверующего человека. А для верующего человека, безусловно, польза поклонения очевидна. Поэтому это васвас шайтана, попытка сбить нас от поклонения Аллаху Субхану ва Тааля и подчинению. Это первый момент. Второй момент. Никто из нас не знает, как мы умрем. Никому не сказали, что ты умрешь верующим. Никому не сказали, ты умрешь неверующим. Поэтому в этом хикмат Аллаха Субхану ва Тааля, мудрость Аллаха в том, что будущее скрыто от нас. Иначе бы люди расслабились бы. Если бы каждый из нас знал точную дату нашей смерти, он бы начал поклоняться за год, за месяц, за неделю, за какой-то срок. Потом и сократил бы его там до минуты, до пяти минут и так далее. Все остальное время проводил бы в беспечности. Мы не знаем, когда мы умрем. И в этом мудрость Аллаха Субхану ва Тааля и милость к нам. И мы должны находиться в постоянном напряжении, что каждый следующий миг, каждый следующий вздох может быть последним. И то, в каком состоянии мы находимся, в этом состоянии мы будем держать отчет перед Аллахом Субхану ва Тааля. Это должна придавать верующему бодрость в поклонении и осознание того, что в любой момент он может уйти.